Вы не поверите, но да, это то самое, карбоновая сталь, настоящие бьянчи. Видите, как называется красиво? То есть то самое, настоящее, оригинальное. Ну, на крутых, конечно, ручках, сами знаете, откуда они. Вот, колесу немножко плохо. Резина тоже, кстати, крутая. Необычная, серого цвета. Вот, вот это мы ремонтировать не будем. Как бы, не знаю почему, но, видимо, клиента устраивает. Подсидел оригинальный. Вот, вот это поменяем. Ездить неудобно, клиент сказал поменять. Shimano SIS родной. Заднее колесико уже не родное, наклейка из тверского магазина, колесо в хорошем состоянии, а вот переднее похоже еще то самое, на оригинальной втулочке. Видите, с 1885 года выпускаются эти велосипеды. Покрытие шикарное, блестящее, с блестками. Крутота. Конечно, ручки. Но карбоновая сталь. Это очень круто. Сейчас починим.